Турецкая кухня в миниатюре. Семья из Стамбула решила популяризировать национальные блюда своеобразным образом. Они готовят их в миниатюре. Как необычный эксперимент на кухне превратился в настоящее увлечение. Смотрите далее в сюжете. Житель Стамбула Анил Айдын пробует очередное кулинарное произведение жены. И похоже, этот крошечный шашлык ему очень нравится. Такие миниатюрные блюда они готовят вот уже полтора года. Для этого используют маленькую посуду. Плита и мебель тоже крохотные. Все это начиналось как веселое увлечение, а затем превратилось в настоящую страсть. Турецкая кухня потрясающая и впечатляющая, но в то же время есть очень сложные рецепты. А на мини-кухне готовить еще сложнее, времени уходит в 3 раза больше. Но теперь уже не так трудно, готовить весело и получается хорошо. Бурдж Айдын освоила уже 40 рецептов миниатюрных блюд, но сначала пришлось немало потренироваться. Много хлопот доставили блюда с виноградными листьями и пахлава. И выглядело не так, и вкус был другой. Я сделала много попыток, и в итоге вкус получился как надо. Обычно все мои миниатюрные блюда повторяют оригинальный вкус. Каждый процесс приготовления Анил снимает на видео, сюжеты выкладывает на YouTube. Свой проект супруги назвали «Турецкая кухня в миниатюре». Таким необычным способом они хотят продвигать кулинарные шедевры своей нации. Эти рецепты формировались веками, на них повлияла культура и Европы, и Азии. Роман Спиридонов, Заман Атер.